Вот вышли мы отсюда, посмотрели. Из храма вышли. Садитесь, сестры, вас ждут. Садитесь, кто едет-то? Это что подъехал-то? Севастьян. Машина-то у него шикарная. Ну кто хотел, все хотели, хотели, никого нету. Брат, там по пути захвати. Брат, там идут сестры, захвати. Ну там идут, короче говоря. Батюшка через эту выглядывает, там с Алексеем что-то беседует. А, батюшка, как это? А я прямо так зайду. Ну, память. Вот что-то свет, лица ваше забивает свет. Нам, может быть, она не угодно, чтобы ты нас снимала. Да. Севастьян набирает команду. Набирайте, садитесь. Сережа, поехали. А где Раиса Николаевна? Вот так. Раиса Николаевна, где она? А, она уже сидит. Чего себе? Сейчас я гляну. С Богом! Он у меня едет. Я снимаю, он меня давит. Режиссер. Богом! Давай. Вот Марию потеряли мы, уезжает, все, Людмила. Ну, Татьяна свой лимузин завозит. Вот видишь, как собирают, кто едет туда, домой развозят, набилось здесь у них. Вот. Там тоже сидят. Татьяна, Тамара глухонемая. Вот. Женщина. Давайте, сестры. Видите, как на память остается все. Там Лиза в красном. Это Людмила. Вот сестра ее родная Татьяна за рулем. Видите, как все интересно. Завтра Троицы день будет. Сегодня суббота. Ну, тут не показать голубей нельзя. Хоть маленько показать. Все.